У Южному готуються гучно відзначити Хеллоуін. Організацією займається Южницька молодіжна рада. Захід складатиметься з двох частин – це квест та вечірка. Все відбудеться у Палаці культури «Дружба» 31 жовтня. У квесті зможуть взяти участь лише ті, хто зареєструвався заздалегідь, а на вечірку запрошуються всі бажаючі. Вона відбудеться у малій залі Палацу культури «Дружба». Початок о 19 годині. Задействовано около 10 человек на самом квесте непосредственно, плюс еще работники ДК, которые постоянно следят за процессом, контролируют, обеспечивают безопасность. Мы используем технические помещения некоторые Дворца культуры, в которых нужно быть особенно осторожными. Сейчас внимание основное уделяю я тому, чтобы огородить все опасные участки и не допустить попадания команд в неположенное место, так скажем. Сейчас у нас сценарий абсолютно готов, мы украшаем наши локации и работаем с актерами, они у нас смотрят, у нас немного текста, но он есть, тем не менее, нам нужно все это сегодня отрепетировать, чтобы завтра была уже финальная версия, чтобы всем людям понравилось, я думаю, что все получится. Своими силами, на энтузиазме, буквально нам помогает несколько человек, это мелкие частные предприниматели, которые обеспечивают нас декорациями, элементами декора. А так все своими руками, своими силами, студенты, школьники, вот люди чуть постарше, объединились и делают праздник. К сожалению, мы ограничены по времени, потому что темнеет сейчас в 5 часов, мы начинаем с наступлением темноты. И потолок верхний, у нас идет вторая вечеринка в 7 часов, поэтому мы ограничиваем квест буквально 3 часами где-то. Мы открыли предварительную регистрацию в Google форме, зарегистрировалось 112 человек. Мы закрыли регистрацию, потому что такое количество вряд ли мы сможем обработать людей. Ну и, соответственно, на квест попадут те, кто успел вовремя зарегистрироваться. А на вечеринку в 19 часов в малом зале у нас будет костюмированная вечеринка, на которую мы приглашаем всех желающих. Единственное условие – обязательно быть в костюме.